Всем привет. Так, вот, я вот все-таки нашел эту программу Unfold 3D, а не Unfold, а Unfold 3D 10-ю версию. То есть она не называется Unfold 3D, оказывается, а называется Rhizom UV. Rhizom UV. Вот я ее нашел. Вот, запускаю. И вот она. Хотя вот здесь написано Unfold 3D, но в интернете надо искать как Rhizom UV, вот так вот. Так, я даже сейчас покажу Rhizom UV. Вот. Так, и давайте я покажу, что из моих ювишек что получилось. Так вот, давайте покажу. Вот, вот такая вот упаковка прикольная получилась. И самое главное то, что тут все группировано, то есть кожа где-то вот здесь, штаны вот здесь, жилет, части жилета вот здесь. Ну и так далее. Ноги вот здесь, волосы только здесь, например. Давайте я покажу конкретно. Вот. Это данный объект. Вот, видите, вот. Все в одном месте. Гораздо удобнее будет текстурить. Вот. Вот, все в одном месте. А если... Давайте посмотрим, как было до этого. То есть вот максовские ювишки. Если нажимаем пак, вот, особо разницы нет, но как вы видите, тут все хаотично расположено. Некоторые волосы здесь и так далее. Вот. И сегодня я бы хотел показать, как работать на этой программе. И вам помощь, и для себя я сделаю заметку, ну, как бы потом, если забуду программу, как пользоваться, зайду сюда и посмотрю, как это делается. Вот. Но я не буду показывать, как развертку делать там и так далее, а покажу, как просто делать группировки и паковать ювишки полностью. Так, выделяем весь объект. Так, экспортирую. Давайте я здесь Girl. Вот так вот сделаем. Static Mesh, FBX. FBX им работает, да. Так, открываем объект. Apoc Girl. Open. Видите, вот UV-шка теперь, она как-то странно смотрится. Чтобы UV-шки, которые установлены здесь... подождите. Тут же уже упаковано. Давайте я сделаю как пак вот так вот. Ну, стандартный максовский. И экспортирую заново. Вот. Так, заново открываю. Apoc Girl. Ювишка вот такая. Ну, потому что когда открываете объект, вам нужно еще раз открыть. Еще и ювишки. Вот здесь Files, Open UV, Apoc Girl, вот. Для начала давайте вот такие настройки сделаем. Заходим Edit, Keyboard Mouse Customize. Вы можете поменять на 3D Studio Max и так далее, но я как понял, это стандартные, более понятные максовские настройки как-то непонятно работают, поэтому я буду переходить на этот стандартный, буду использовать. Так, в первую очередь надо вот этот packaging properties пока свернуть, вот coloring, color display открыть и переключить на извините, island topo, ой, sorry, и закрыть. Вот, и обратно открыть Packing Properties. Так, если мы нажмем вот кнопка для развертки, вот для оптимизации, то есть в максе это как Relax, вот это их настройки и так далее.
Давайте разберемся сначала. Ой. Тут можно шейдинг поменять, но это понятно, да? Давайте здесь пускай так будет. А тут то же самое. Тут можно увеличить данные участки вьюпорта. Так, тут есть transform, перемещение по world, по локалу и так далее. Так. Давайте можем сделать паковку. Вот одну кнопку нажимаю, вот так. Пам. Так, вот. И, в принципе, можем с этим работать. Видите, как очень экономично все пакует. Но надо включить одну галочку. Так. Несколько галочек, точнее. Ctrl Z. Кстати, надо тут Preference диалог. Тут надо Undo History побольше сделать. Хотя бы два раза. 60. Так, и вроде все. Закрываем. Угу. Так. Тут надо настройки, вот настройки упаковки. Надо вставить normal и здесь mutations, то есть несколько, сколько попыток, то есть степень упаковки, то есть насколько он будет просчитывать все это дело. Делаю пятерку. Ну, в интернете говорили то, что десятка это слишком много, тоже, в принципе, ну, в принципе, десятку можно поставить, 100 это слишком много, то есть, в принципе, десяткой можно обойтись. Ну, давайте я поставлю пока пятерку на этот рог, чтобы быстрее было. И можете поставить gold, чтобы упаковка была, ну, хорошая такая, ну, типа, больше просчет было. Ну, нормал вполне достаточно. И можете включить, вот, отключить orientation, то есть мы отключаем по умолчанию для всех объектов поворачивание. То есть вот такие вот. Так, давайте переключим на выделение островков, чтобы нельзя было. Эй, вот так вот в программе поворачивать объект. Они будут сохраняться как есть. Вот, и программа будет пытаться паковать такими, какие они есть. Можно, конечно, вот горизонтал, и, по-моему, и вишки будут только горизонтальные и так далее. Можно это советуют вот так вот сделать и включить на 90 градусов. То есть вишки будут только поворачиваться на 90 градусов, типа такого. Вот так вот. Ну, в принципе, это нормально. Это гораздо лучше, чем, например, на 10 там и так далее. Минус 10. Минус 90. Вот так вот. Так, теперь давайте еще раз сделаем пак. Вот. Вот просчет теперь идет намного дольше. И но зато, как видите, упаковка стала гораздо лучше. Вот. Теперь насчет группировок. Выбираем. Давайте для начала сделаем следующее еще. Расскажу, как перемещать вот эти островки. То есть я сначала не понял, как это делается. То есть пытался всячески, но посмотрев официальные видеоуроки, в YouTube есть, нажимаете пробел и. Ой, не так. Пробел и среднюю кнопку мыши. То есть колесик нажимаете и тянете. И еще. Нажимаете пробел, правая кнопка мыши, поворачиваете. Пробел и мышка 1. Вот, Scale It. Вы можете, конечно, включить Show Tool. Поворачивать вот так вот. Вот, и двигать и так далее. Вот так. Но, если вы привыкнете к пробелу, то это намного проще будет. Вот, также можно поменять local world, так вот local и так далее. И вроде все. Так, теперь переходим к айлендам, то есть группам. Где у нас группы? Вот оно,
Давайте пакинг включим пока что. Спрячем. Нет, давайте вот это спрячем. Это нам уже не нужно. Пакинг пускай здесь будет. Вот. Выбираем, например, вот здесь кнопка есть. Выбираем jacket, например, объект. Объект jacket select. Закрываем. Вот. И тут можно изолировать выделение. Вот. Давайте. Тут только джекет нам нужен. И берем вот так. Пробел и среднюю кнопку мыши. Вот они. Нажимаем G, либо Create. Вот он. Hotkey G. Упаковка. И нажимаем. Нет, это не то. Пак. Вот. Видите, вот упаковалась группа. И можно выделять айленды, нажав Island X, это X, по-моему, отключает. Ну и так далее. Можете сделать, поменять вот так вот размер и сделать заново упаковку. Ну ладно. Упс, нет. Islands. Так, теперь вот эти штучки. Давайте сделаем для них тоже G. Вот эту группу. Pack. Горячая клавиша для пака это P. Вот так вот. Так, давайте все покажем. Show all. Так, вот этих сюда поставим. Убираем выделение. И нажимаем пак. Почему-то это отключилось. Непонятно. Я не знаю, какие-то глюки в программе есть. И поэтому. А, я не отключил. Кажется. Вот, надо отключить тоже вот так. X нажимаем. И пак. Вот, видите, то есть вот джекет, он находится в одном месте. И также, что там, вот, вот этот защитная броня тоже вот, на одном месте находится. Вот, также можно делать скин. Так, ну, скин, то есть body, нет, не топ body, вот топ body, select. То есть кожа верхняя. G. Пак. Отключаем. И еще раз пакуем. Вот так вот. Так, теперь. Я не знаю, почему полностью вот так вот не делает. Нет, это не то. Так, я не знаю, почему так делает, и поэтому я вручную пробел мышка 1 и сюда перемещаем вот так вот и пак. Вот так вот. Ну, можно вручную теперь взять вот этот участок и повернуть вот так. Нет, вручную не надо. Можно делать вот здесь вот трансформе 180. Вот так вот. Ну и, в принципе, так, волосы, да? Волосы можно было бы сделать. Ну, суть понятна, как это делается. А теперь сохраняемся. Save as. Сохраняем как. Можем поверх сохранить, либо и так далее. Ну, давайте сделаем вторую версию. Save as. Так, заходим в Max. Давайте вот здесь reset сделаем. Не будем сохранять. И импорт. Импорт, рабочий стол. Upon Girl 2. Вот так вот. Все. Ну, все отделено, все круто. Заходим в Unwrap.
Смотрим. Вот. Вот так вот это все и делается. То есть оказалось очень простой программой. Вот. Но я как бы не буду ее использовать, наверное, скорее всего. Не буду использовать для развертки. Я буду стандартно, ну, базовую делать в Максе, а потом буду паковать там. И еще хотелось бы показать несколько инструментов, которые могут быть полезны. То есть первоначальная развертка в Максе, она немножко была кривая в плане в этом участке. Так, UV-шки давайте попробуем тайлить. Вот здесь вот. Ой, так. Details. Это что? Нуп, 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 нуп. Это не то. По-моему, вот. Нет, нет, нет. А где? А, вот. Вот, в этом участке у меня были проблемы. В Максе. Вот. Теперь все нормально. Как я это сделал? То есть, когда сюда загрузил, я выбрал лицо, например, и сделал следующее. Тут есть кнопка в Unwrap'е Optimize. Так, что там? Почему не работает? Unfold? А, вот. Unfold, но тут какие-то пересечения получились. А, вот, надо включить overlaps. Да. Optimize. Нет, нет, нет. А почему T-Flips? По-моему, я в другой версии делал. Ладно. Не суть. Блин, почему так получилось, не понял. А, вот, вот. Видите, вот. Вот это надо было включить, оказывается. Видите, вот T-Flips. И вот overlaps. По-моему, это значение надо делать. Minimal distance between shell border interaction and real unit. То есть, если вот это значение мы побольше делаем, то UV-шки будут друг другу. Ну, друг от друга будут отходить, что ли. Сейчас давайте посмотрим. Optimize. Да. Optimize тоже. Так, unwrap. Угу. Вот так вот. Давайте поменьше сделаем. Упс. Вот. Ладно, не будем этого делать. Просто unfold. Вот. Для перчаток тоже я так же сделал. Вот. Так. И вот эти тоже, по-моему. Пам. Пам. Она, куда еще? А, вот он. Ладно, почему увеличивается, я не понимаю. Ладно. Но все равно при нажатии пак все соберется. No. А почему стали такие большие? А, это... Подождите. Нет, это не то. Так, надо, скажите, поменьше сделать вручную. Вот так вот. И нажать на пак.
А, подождите, мы еще, оказывается, это из-за того, что мы отключили, чтобы объекты скейлились. Так, global, max, angle. Вот, поэтому не надо было так в конце делать, оказывается, а вначале надо UV одного размера сделать. Да, вот. Это, кажется, одного размера, не? Давайте попробуем паковать. Нет, не получилось. Короче, кажется, с программой глюки. Но, в общем, понятно, да? То есть мы слишком далеко ушли из-за этого. Вот такие проблемы. То есть, вот эти надо делать до создания группировок, получается. Тогда не будет никаких косяков. Я не понимаю, почему при нажатии на Optimize, например, объект увеличивается. Вот. Странно очень. Ладно, не будем нажимать оптимизацию, а будем использовать такую вот развертку. Не такую, а которую мы сделали в этой программе. Все. Я уже это сделал, все понятно. Окей, и следующее, что мы сделаем, мы приступим к текстурированию. А для начала мы сделаем сбекание Normal Card, Cavity, AO и так далее. Вот, Substance Painter. А работу в этой программе мы закончили, так что советую использовать вот эту программу. По-моему, она не такая уж и дорогая. Вот так вот. Подписывайтесь на мой канал. Пожалуйста, поддержите меня донатом. И всем удачи, всем пока. Еще увидимся.